Привет, дорогие друзья! Сегодня мы заснимем, как будут делать ПЦР-тест моей дочери. Я уже просто сделала. Хочу показать, как у нас это происходит. Все это пока что бесплатно. Ich zeige ihr Gesicht nicht. Danke. Супа. This is the best. Вот так просто и быстро проходит ПЦР-тест. Вы сейчас сами видели. Я говорю, пока что это бесплатно. Значит, у нас еще есть, ну, я вам уже показывала, для полоскательные тесты. Может быть, как-то я сниму саму себя. Вот. Ну, вот эта девочка работает очень хорошо, я поэтому мою дочку к ней направила. Я вот единственная, с кем довольна, потому что бывает так, что прям залезает аж, что называется, до желудка. А вот, а девочка просто прелестная. Ну, потому что многие, опять же, не знают, что достаточно взять просто немножко слюны. Они считают, что надо залезть в глотку, в горло, в трахеи. Ну, в общем, с одним поссорилась. Поэтому я хожу только к этой девочке. Вот. Что у нас нового? Значит, нового у нас следующее. У нас... С 15 числа, с 15 февраля, для того, чтобы сходить в ресторан, то есть правило 2G отменяется, для того, чтобы сходить в ресторан или в магазин, я имею в виду в продовольственный, нужен обязательно ПЦР-тест. То есть мы остаемся все только на ПЦР-тестах. Ну, а те, кто не привит, естественно, будут пока штрафовать. Сейчас все подано в Конституционный суд, и Конституционный суд сказал, уже начались вопросы. То есть мы очень надеемся, что все-таки всему этому наступит конец. Сейчас начались вопросы. Мы ждем, что мы выиграем. Все, вот такое короткое видео. Желаю вам всем здоровья, удачи и до следующего раза. С вами была Алла из Вены. Пока-пока.